Йоу! Всем привет, ребятушки! Меня зовут Сергей, это канал Angry Fox Game, и в мои лапища попал наконец-то Doom Eternal, что в переводе означает «Вечный Doom», что-то типа того. Значит, не знаю, рассказывать нет, в принципе, все уже в курсе, что это за игра, но, тем не менее, расскажу, что вышел Doom, значит, у нас 20 марта 2020 года, а кто-то и 18 уже в него поиграл. И сюжет, значит, у нас вот что пишут в Википедии. Сюжетная кампания Doom Eternal продолжает сюжет игры Doom 16 года. События игры происходят не только на Марсе и его спутниках, но и на Земле, частично повторяя сюжетную канву Doom 2 Hell of the Earth. Как и в прошлой игре, главным героем выступает Палач Рока, то есть это Doom Guy, типа того. Так, еще чё, компьютер у меня, значит, поскольку-постольку мог вывести все эти настроечки, поэтому я вроде тут натыкал что-то. Натыкал себе настроечки. Я пытался поставить максимальнее, но он говорит, хуй соси губы тряси, он говорит, у тебя недостаточно видеопамяти, поэтому... Хуюшки. Так, выбор сложности. Мне рано умирать, сделай мне больно. Ультра жестокость, кошмар. Абсолютный кошмар. Ох, блять. Так, давайте прочитаем. На этом уровне сложности вас ждут ожесточенные битвы. Прорываясь к победе, вы столкнетесь с нехваткой здоровья и будете время от времени погибать. Противники реже атакуют и наносят меньше урона. Некоторые подбираемые предметы, например, здоровье и броня, становятся гораздо важнее на более высоких уровнях сложности. Сделай мне больно. Если у вас неплохая реакция и вам нравится искать предметы для развития, этот уровень сложности создан для вас. Улучшайте оружие и способности, чтобы всегда быть на равных с противниками. Противники часто атакуют и наносят существенный урон. Вы будете часто испытывать нехватку здоровья и погибать на первых порах, осваивая навыки, которые помогут вам сокрушить их всех в бою. Так, ультра жестокость. Если вы давно набили руку, играя в шутеры от первого лица и любите искать предметы для развития, этот уровень сложности создан для вас. Противники чаще используют мощные атаки и наносят значительно больше урона. Вы будете часто погибать на первых порах, осваивая навыки, которые помогут вам сокрушить всех в бою. Кошмар. Если вы мастерски играете в шутеры, обладаете молниеносной реакцией и любите проходить игры тщательно, этот уровень сложности как раз то, что вам нужно. Противники чаще атакуют и наносят максимальный урон. Игра редко прощает ошибки и требует мастерского владения боевыми приемами. Абсолютный кошмар. Просто написали бы, вас выебут в сраку, как бы вы ни пытались. Так, хорошо, этот уровень сложности похож на кошмар с одним лишь отличием. Если вы умрете, кампания закончится, а на месте вашей смерти останется метка. Напоминание о том, как далеко вам удалось пройти. Да ладно, то есть одна жизнь... Вы можете сохранить компанию, выполнив очередное задание. Смерть означает конец игры. Враги действуют так же агрессивно, как и на сложности кошмар. Режим доп. Жизни. В режиме дополнительной жизни понравится любителям ретро. Как только закончится дополнительная жизнь, игра окончена. Выбери... ретро, понял, да-да-да. Типа game over. Again, и у тебя там отчет пошел. Выбери режим ретро, блин. Да, действительно, была такая штука. Выберите режим и уровень сложности. Так, давайте-ка... Чё? Мне рано умирать до кошмара. Давай, наверное, сделай мне больно. Давай сделай мне больно, попробуем. Сейчас еще такой будет моментик. Я, наверное, все-таки потестирую компьютер. И нужно будет все-таки настройки какие-то, может, оптимальные выставить. Хотя не знаю, может быть, здесь настройки уже сами говорят сами за себя, что типа тебе типа нельзя такие настройки, мне говорили. Поэтому сделай пониже их. И я сделал пониже, возможно. Пока показывает 60 FPS, поэтому не знаю. Против всех исчадий из глубин преисподней. Против всех нечестивцев рода людского. Против легионов мы выставим тебя одного. Рви и кромсай, пока не иссякнут. Договорились.
Именно так я и сделаю. Так, походу, земле настал пиздярик. И наш парняга Думгай сейчас начнет, короче, крошить их. Мне не нравится то, что... Молиться, что он нас не оставит. Прием! Кто-нибудь, если вы слышите, ну хоть кто-то... Пытаюсь запеленговать жреца преисподней. В настоящий момент захватчики контролируют почти 2/3 планеты. И этот такой Вася, выспался. Жреца преисподней. Цель помечена, но сигнал весьма нестабилен. И вы их не страшит воинство людей. О, нет! Такова Нави. Печать зверя приводит их в ужас. Игра от Software. Да, под рок-то я давно не крошил, конечно, монстриков-то. Здравствуйте. Так, секундочку, я сейчас сенс немножко откалибрую. Короче, игрушенция как-то не оптимизирована. О! Зомби-тап. Читать чего? Короче, игруха очень странная. Она мне то выдает стабильные 60 FPS, то падает до 30. Тут до 45 как-то странненько. Так, арсенал. Так, это что, предварительный просмотр? А, это показывает, типа, что он делает, да? Полезные советы. Боевой дробовик, тип боеприпасов. Дробовые патроны. Полезные советы. Хорошо подходят для прерывания атак демонов-солдат. А, выстрелив в упор, может разорвать мелких демонов на куски. Модификации. Модификации где? Стоять. Ничего пока у меня не открыто. Кодекс. Заблокированная запись, хорошо, это что? Ага, ага, это первое, о чем мы. Полезный совет, используйте этих слабых демонов, чтобы добыть ресурсы. Эти прислужники когда-то бывшие людьми, а теперь одержимы адом, вступившие в его ряды, те, кого... А, те, кого обольстила им... Извратила его сила, заставив предать собственную человечность. Тех, кто полностью поддался влиянию ада, спасти невозможно. Они становятся безумными, горестными, гротескными пародиями на самих себя в прошлом. Понятно, хорошо. Мылит, мылит картиночку-то, подожди. Бро. Так, секундочку, давайте-ка мы сделаем вот как видео. Блять, все равно FPS. Вот она игрушенция, которая мой компьютер-то потрахивает. Нашел я эту игру. Ты че с тобой, Вася?
зверские убийства. Если вы нанесли демону достаточно урона, вы его можно оглушить. Оглушенные демоны начинают мерцать. Подойдите вплотную, нажмите Е или мышь 4, чтобы совершить зверское убийство. Зверски убитые враги всегда оставляют после себя здоровье. Чем меньше у вас здоровья, тем больше здоровья будут оставлять после себя демоны, чтобы закрыть это. Ладно. Мышку номер 4. На, нахуй. О-о-о! Нихуя себе. Нифига он его. Блядь, вот это FPS, правда, скачет, мне не нравится. Так, стоять. Это я рукой могу бить. Модификации неактивны. Ну, смотри-ка, тут прям под игровую мышь все адаптировано, прикольно. Окей, погнали дальше, потрошки. Бензопила. Бензопила получена. Да ты шо? Бензопила. Нажмите C, чтобы мгновенно распилить демона и пополнить боезапас. Бензопила расходует топливо. Канистры с топливом позволяют заправить бензопилу. Одна точка топлива постепенно восстанавливается со временем. И куда это я телепортнулся? Бензопила. Прикольно, ну-ка. Кошмар. Так, ну-ка дай-ка я тебя. Так, это типа мне... А, прикольно. Это меня типа отправили потестить. А подожди, задание-то где у меня? Доберись до покоев Диага Нилакса. Диага. Кто такой Диага? Вот это оно? Что мне делать? Двойной прыжок. Блин, это вот эти все обучалки, конечно. Спейс. Находясь в воздухе еще раз. Спейс совершить. Все понятно. Ну-ка, пим. Поднялись. Шлем. Броня плюс 25. Это что? Использовать. Уля-ля. Руководство по выбору модификации оружия. Это экран выбора модификации оружия. Воспользуйтесь мод-ботом, чтобы открыть модификацию для доступа доступного оружия. Модификация расширяет возможности вашего оружия. Space продолжить. Так, не совсем понятно. Бомбы липучки, либо стрельба очередями. Бам-б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 ам. Бомбы липучки, ну-ка. Бах. Классно, что показывают, типа. Открыть модификации. Руководство по выбору модификации оружия. Это вот она, собственно, и есть. Не знаю, мне больше по приколу очередями. Стрельба очередями! Ни хрена себе. Модификации оружия. Для активации модификации оружия нажмите и удерживайте мышь 2, а затем мышь 1, чтобы выстрелить. Откройте досье, чтобы прочитать подробное описание модификации. Осматривайте местность в поисках мод-ботов. А, это вот эта хуйня и есть. Расширяющих функции вашего оружия. Так, хорошо. То есть это я типа... Ну-ка. Дробовик у меня типа такой стал, да? Оу-оу-оу-оу. Тише. Жесть. Правда, FPS проседает. Вообще пиздец. Ох, на ультрах это вообще, наверное, выглядит шикарно. Привет. Ты кто такой? Ебать, подожди. А, все, потрошки кончились, что ли? Серьезно?
Иди сюда, падла. 92%. Гадем. Пошел нахуй. Я, честно говоря, эти вот такие шутеры не очень люблю. За счет того, что... Очень быстрый экшен. Очень быстрый экшен. Неправдивая физика. Прямо, ну... Ложь пиздеж, как говорится. ФПС нестабильный, прям вообще аж бесит. Одного пиздишь, меня уже с другой стороны убивают. О, пиздец, ребзя. Вот, вот та игра, которая, блядь, не вывозится моим компьютером. Ну-ка давай, ладно, низкий сделаем. Режим масштабирования разрешения. Статически, давай попробуем. Ну-ка. Ну, не висни. А, все. А, это вон оно что. То есть теперь стабильно у меня выдает 25 FPS, ты прикинь. Заебись-то как, а? Огонь! Стоять. Бля, я вообще, я аж не понимаю, что происходит. А вы за мной прям прыгаете, ни хрена себе. Короче, я вот что вам скажу. Доберитесь до покоев. Ну, понятно. Вот что вам скажу. Если в дальнейшем будет мясо, а в дальнейшем по-любому будет мясо, то у меня просто комп нахуй охуеет. Он не вывезет это все. Он скажет, не-не-не-не-не, ты чё, блядь. Да и, в принципе, вообще некомфортно играть в такое. Когда у тебя все лагает, это просто, ну, бредотня. Ну и плюс еще, в принципе, Doom, я не фанат Дума. Не фанат Квейка. Было время, когда я чуть-чуть играл в это все дело. Адские баржи. Что такое адские баржи? Что это? Адские баржи. Возвышаясь на плечах могучих рабов, жрецы преисподней командовали вторжением в мир смертных. Раб. Плененный титан преисподней. Раб. Пленный титан преисподней переносил храмы жрецов к боевым рубежам, чтобы жрецы могли следить за натиском сил ада из безопасного укрепления. Сидя в храме, жрецы изучали мощные психонические волны, которые укрепляли дисциплину среди свирепых воинов ада и повышали боевую эффективность. Раб неуязвим для обычного оружия, так что оборонительные силы комитета не смогли его уничтожить. Чтобы вывести титана из строя, нужно разорвать его психокинетическую связь со жрецом. Но для этого необходимо проникнуть в храм. Ни хрена. Это кто? Покажите мне. Короче, какие-то дурынды сейчас полезут, да, я так понимаю? Это нас подготавливают. Тук-тук. Еби его! Моя душа под защитой! Вы не можете... В рот засунь! Ебать ты тип! Жесткая хуйня. Ебать! О, привет, нахуй, нагрузка на компьютер. О, 16 FPS, все, короче. На этом месте я понимаю, 10 FPS, ебать. 45 FPS, жесть. Ебать, привет. Вот так выглядит нагрузка. Ликвидирован. Темп вторжения
населения сократился на 36,8%. Осталось еще два жреца. Ты кто? Хуйня. Короче, ребзя, я думаю, на этом месте мы закончим, потому что я понял, что проходить я это не буду, так как компьютер у меня не справляется с этой нагрузкой. Ну, проходить с лагами я вообще смысла не вижу. Плюс я не фанат Дума, а глянуть можно было, конечно, его, собственно, вот и глянули. На этом все. Если понравился выпуск, то жми лайк, комментируй, подписывайся на канал и делись роликом с братюнями, а также тыкай колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Ссылка на плейлист, социальные сети и Дискорд, как обычно, в описании под роликом. Ну а на этом у меня пока все. Увидимся с вами в следующих играх. Всех пока!